Останься. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз техникалық ақауларға байланысты қазір тікелей эфирді жаңадан бастап жатырмыз. Бүгін вице-министр Рүстем Айдарбекұлы Биғаридің қатысуымен электронды дипломдарға қатысты тақырыпты қозғайтын боламыз. Биылдан бастап жоғары оқу орындары мен колледждер түлектеріне дипломды электронды форматта ұсынатын болады. Бұл жөнінде қазір Рүстем Айдарбекұлы өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз. Сәлеметсіз бе, құрметті достар. Биыл бастап әр дипломдар электрондық болады. Все нормативные акты мы необходимые приняли, и в этом году все выпускники вузов и колледжей будут иметь электронный вариант диплома. Для чего это нужно? Не секрет, что каждый год возникали вопросы как у работодателей, так и у граждан, что дипломы были, есть дипломы поддельные, есть неподдельные, очень много вопросов к качеству этих дипломов. И в целом очень много затрат как у работодателя, так и у граждан уходило времени на подтверждение своего диплома. Если говорить о цифрах, около 500 тысяч ежегодно в Министерство образования приходит запросов на подтверждение подлинности диплома. Это занимало очень много времени. Бывало и до месяца доходили такие задержки. Во-первых, это действительно очень неудобно. С этого года мы все дипломы оцифровали. Более 2,5 сегодня дипломов оцифровано с 92 года. То есть в режиме онлайн можно проверить зарегистрированные дипломы в Министерстве образования. Для работодателя это облегчается время, для граждан, соответственно, и время, и деньги. Потому что, чтобы предоставить, как правило, работодателю диплом или куда-то направить, необходимо нотариально заверять. Делать это уже нет необходимости. До конца года мы работы завершим, и работодатели смогут в онлайне проверять и граждане свои дипломы. Что это дает? Как я говорил, это ноль затрат для граждан. Во-вторых, это ликвидация оборота поддельных дипломов гособразца. В-третьих, это обеспечение работодателей и ведомств государственных органов достоверной информацией в оперативном формате о квалификации претендентов на трудоустройство. И в-третьих, это повышение действительно качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информации о выпускниках. Чтобы искоренить, мы пошли по этому поводу. В январе месяце мы проводили пилотные внедрения на базе дипломов колледжей. У нас и колледжи тоже будут предоставлять в электронном виде. Большая работа предстоит теперь совместно с вузами оцифровать исторические данные. Это не быстрый путь, потому что каждый диплом, каждый номер диплома мы должны будем перепроверять и, соответственно, потом ложить в базу данных. В общем, вот такая работа в плане онлайн-дипломов у нас проводится в Министерстве. А чтобы устроиться на работу в дальнейшем, что необходимо для работодателя? Как он может после проверить, где он может убедиться, что диплом настоящий? Безусловно, эти данные связаны с персональными, это персональные данные. И работодатель, конечно, мы не можем всем подряд открывать. Каждый может проверить подлинность, то есть валидный или невалидный диплом, но копию диплома, электронную копию диплома, это работодателям нужно будет обращаться в Министерство образования, а соответствующий доступ по отдельному соглашению о нераспространении там, данных будет подписано, и работодатель может напрямую с Министерства образования получать по любому вузу в Казахстане достоверность диплома. Вот теперь у нас комментарий. Наши подписчики уточняют, теперь в бумажном виде дипломы не будут ли предоставлять. Мы же говорим о том, что альтернативный вариант сохранится, да, все-таки? Да, это альтернативный способ получения услуги. Безусловно, бумажный вид он останется, потому что кто-то хочет выезжать за рубеж, предоставляя там, эта опция останется.
А есть еще что дополнить? Может быть, вот вы сказали, что дипломы, которые были предоставлены с 92 года, мы это все должны внести в базу, да? Или уже мы внесли? 2,5 миллиона дипломов уже есть, и мы занимаемся сейчас сбором исторических данных. То есть тех людей, граждан Казахстана, которые закончили вузы ранее, до 92 года. А в дальнейшем какая работа будет проводиться в этом направлении? Следующий шаг – это обеспечение прозрачности. То есть, безусловно, я предвижу, как айтишник, что будут вопросы и к Министерству образования. Вот вы являетесь держателями этой эталонной базы, можете менять. Чтобы этого не происходило, мы будем строить систему на базе блокчейна. То есть, чтобы доверие к Министерству образования повышалось за счет того, что кто-то третий может видеть, менялись или не менялись данные в базе. Рустем Айдарбиш, скажите, пожалуйста, наши вузы и колледжи, они готовы выдавать уже с этого года, в конце уже этого учебного года, дипломы в электронном формате? В этом году все дипломы будут регистрироваться в НУБД. Это, соответственно, бумажный вариант они будут выпускники получать, и электронная его копия будет храниться в НУБД. Спасибо большое за информацию. Также министерством ведется работа по автоматизации госуслуг. Мы можем ли сейчас еще раз напомнить нашим подписчикам, родителям, что подавать заявку и в первый класс, и в детские сады можно уже в онлайн-формате через портал электронного правительства? Очень много всегда вопросов у родителей возникает, какую школу выбрать. В этой связи министерством была поддержана инициатива айтишников, ребята, создать базу данных с открытыми данными о качестве образования. И на сайте СЕДА EDU.KZ можно, про каждый гражданин может посмотреть, какая школа, какое качество, какое оборудование, какие учителя, соответственно, выбрать эту школу. И через одно окно, через портал электронного правительства получить эту услугу. Как было раньше? Мы уже, на самом деле, автоматизация этой услуги второй год. И в каждом регионе эта услуга была реализована, где-то не реализована, но, тем не менее, какая-то автоматизация была. Одним из неудобств являлось то, что в каждом регионе необходимо было иметь некий ключ, то есть свой интерфейс, свой уникальный сайт. Во-первых, это мешало гражданам адаптироваться, и поэтому было принято решение через единое окно, через портал электронного правительства эту услугу оказывать. Я хотел бы отметить, что эта услуга запущена достаточно успешно в штатном режиме. Вот уже 10 дней мы получаем. Я в режиме онлайн вот прямо сейчас вижу порядка 17 тысяч заявок. Поступило со всей страны, каждую школу, мы видим, как каждый гражданин, куда обратился, в какую школу обратился, и как эта услуга качественно оказывается и не указывается в регионе. Это дает возможность все-таки, чтобы уменьшить количество вот этих вот негатива при распределении, при сдаче документов, потому что, если вы помните, как наши родители вместе с нами ходили в школу, мы ждали директора школы, просили взять ребенка в школу, принять его, потому что он умный, потому что он хочет в этой школе учиться, просить, умолять. И всегда возникали вопросы, кого директор одобрил, кого не одобрил. Сейчас это абсолютно прозрачно, не выходя из дома, каждый может подать документы. Но при этом сохраняется, опять же, бумажный вид подачи документов, он сохраняется. То есть, если все-таки кому-то хочется общения, посмотреть, можно сходить самим в школу, сдать в бумажном виде документы. Это альтернатива всегда остается. Вот. Рустем Айдарбекович, здесь уточняющий вопрос. Наши подписчики спрашивают, диплом магистрантам также будем ли мы предоставлять диплом магистрантам в электронном формате? Все абсолютно, как я уже говорил, был бүкіл құжаттар
дипломдар тек қана электрондық болады. Магистратура болса, PhD, бакалавриат, әлде колледжді бітірген адамдар, бүкіл құжаттар электрондық түрде болады. Рустем Айдарбекович, вы недавно у себя на странице написали пост касательно официальных интернет-ресурсов образовательных учреждений, касательно домена, да, edu.kz. Можете, пожалуйста, об этом более подробно рассказать? История такая. Во всем мире принято, что все организации образования должны быть собраны, иметь единое название, ну, под единым доменом. Для чего это делать? В США, например, все университеты имеют окончание EDU, потому что они аккредитованы. И заходя на сайт там, Harvard University, вы видите и доверяете, что это именно сайт Harvard University. Хотя может быть и поддельный другой сайт, Harvard.com или так далее. Это повышает доверие граждан к ресурсу. Потому что, как и другие страны, Казахстан, мы идем к цифровизации, несомненно, эффект от этого есть и выгоды для граждан. И опять же, все сервисы переходят в электронный вид. Университеты создают новые образовательные программы. Университет, через сайт университета можно подать на какой-то класс, записаться, получить какие-то услуги. То есть все в электронном виде. Что будет, если сайты будут разношерстные? Что будет, если какие-то услуги будут скомпрометированы? Для этого мы буквально вчера зарегистрировали новый приказ о том, что все организации, которые получают лицензию, должны иметь доменное имя edu.kz или oku. Это, во-первых, позволит гражданам ориентироваться и видеть, что да, если я зашел на сайт, у которого окончание edu.kz, соответственно, он имеет лицензию, соответственно, он находится под контролем государства. Соответственно, он может предъявлять и Министерству образования претензии по поводу качества того или иного организации образования. Потому что очень много веб-сайтов создаются, которые не относятся к системе лицензирования и предоставляют какие-то услуги. Бывает очень много обманывают граждан, где якобы выдаются какие-то дипломы. При этом министерство к этому отношения не имеет. Так вот, уважаемые граждане, если на сайте сайт не имеет названия edu.kz, соответственно, он не имеет лицензии. Вот для того, чтобы было проще, мы сделали так. Рустем Айдарбеков, көп рахмет ақпаратыңыз үшін. Құрметті оқырмандар, өздеріңіз түсінгендеріңіздей, биылғы жылдан бастап жоғары оқу орындары мен колледждер өздерінің түлектеріне дипломды электронды форматта ұсынатын болады. Бірақ бұл дегеніміз жаңа қағаз жүзінде берілетін дипломдарды мүлдем алып тастайды деген сөз емес. Альтернативті формат, жаңағы қағаз жүзіндегі форматта сақталатын болады. Бұл енді жаңағы жоғары оқу орындары үшін цифрландыру жұмысын жетілдіруге бағытталған жұмыс, иә, Рустем Айдарбекұлы? Негізі айтқандай, әр үйде машина, велосипед және скутер бар. Әлде жаяу жүруге болады. Цифровизация туралы солай да. Мысалы, қағаз туралы сізді құжатты тапсыруға болады, және электрондық тоже алуға болады. Бұл жаңа қағаз бастылықтан арылуға бағытталған қадамдардың бірі ғой. Рустем Айдарбекұлы, көп рахмет сізге. Құрметті оқырмандар, сұрақтарыңызды осы тікелей эфирдегі сілтеменің астындағы комментарийде қалдырсаңыздар болады, немесе білім және ғылым министрлігіне жолдайтын сұрақтарыңызды әлеуметтік желілер арқылы, колл орталығымыз арқылы 1450 нөміріне хабарласып сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Біздің әріптестеріміз сіздердің сұрақтарыңызға қашан да жауап беруге дайын. Көп рахмет. Көп рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.